Привет, кинологи! С вами Фома Багиян, и сегодня мы будем готовить начо с соусом. Перед тем, как мы приступим к готовке, хотелось бы уточнить, что канал выходил на небольшой перерыв. И мы просто хотели сообщить, что все это время мы готовили новые видео, мы снимали, монтировали, наша команда монтировала все. Мы работали над качеством контента. И просьба нас не спрашивать, когда выйдет следующий видос, потому что мы стараемся, и мы приняли решение всей нашей команды, что мы будем выпускать видео каждый день. Производство контента на YouTube – это наш единственный способ заработка. Поэтому мы трудимся, не покладая рук, чтобы каждый день радовать вас новыми видео. Наши контент-мейкеры трудятся в поте лица. Поэтому не забывайте в это непростое время поддержать нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх и жамкайте колокольчик. Кроме того, наши самые преданные фанаты смогут поддержать нас на онлайн-платформе Patreon. Всем нашим патронам видео доступны на день раньше, чем другим пользователям. Также вас ожидает куча бонусного контента и возможность вступить в наш закрытый Discord-канал, где вы сможете початиться с нами и задать интересующие вас вопросы. Также не забывайте, что у нас есть онлайн-магазин мерча, в котором вы сможете купить офигенные футболочки и толстовочки. Их количество, конечно же, ограничено. Не забывайте проходить в онлайн-магазин по ссылочкам в описании. Ссылка на наш Patreon там же. Итак, без лишних слов, приступим к готовке. Поехали! А что же это у нас здесь такое? Это же коврик для мыши от спонсора нашего сегодняшнего ролика, компании «Бюро». Коврик для мыши BU-M241. Торговая марка «Бюро» присутствует на российском рынке более 10 лет и завоевала лидерские позиции на российском рынке, а также высокую популярность среди потребителей. Коврики «Бюро» изготавливаются из натурального каучука «Ева», не требуют особых условий хранения и транспортировки. Сегодня мы разыграем среди наших подписчиков этот замечательный коврик «Бюро». Коврик для мыши BU-M241. Пластиковый, цвет лилия. Для участия в конкурсе вам необходимо подписаться на наш канал, поставить большие пальцы вверх и нажать на колокольчик. А также в комментариях к ролику написать, какой ваш самый любимый кулинарный рецепт. Самый крутой комментарий получит вот этот вот замечательный коврик «Бюро». Итак, для приготовления начо с соусом сегодня нам понадобится вот такие вот кукурузные чипсы начо плюс соус. Фома, ты опять в комнате кальян курил? Бабушка... А ну иди убери за собой быстро. Бабушка, ну я это давно уже курил. Иди убирай. Немного осталось. Ты камеру мою опять взял? Ну, да снимаем, уберем.